Плохо ли быть одному? Не знаю. Наверное, нет. Ты спросишь меня, почему? Я отвечу, что это секрет. Хочу ли объятий? Порой. Хочу ли заботы? Да. Но, честно сказать, я другой. Комфортнее тишина, чем трепет знакомых уст о работе, учебе, быт. К этому я не вернусь, возможно. Смысл того избит. Найдется ли тот, кому комфортнее тишина, кому хорошо одному, и только лишь иногда обнимем друг друга, чтоб довериться на микрон. Не чувствую я озноб, и не чувствует он.